Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. И сегодня, как и каждый день, настроение дня и совет на день. Сегодня сделаю я это из оракула видений Чиро Марчетти. Те, кто со мной, знают уже эту колоду. Те, кто в первый раз заглянул на огонек, это оракул, это символика. И очень красивые, очень информативные карты, которые вот действительно пускают меня вот в глубину. И дают очень интересные ответы. Это немножко другой подход. Это не такой подход, как к Таро. Но они действительно очень... Во-первых, они очень красивые. Я вам хочу сказать, даже смотреть на них приятно. И, конечно же, они дают интересные картинки, я вижу. Я же информацию считываю с информационного поля Вселенной. Вот этому я научилась на курсе по искусству предсказаний Алены Ариес. Кстати, все ссылочки на курс по искусству предсказаний под моими видео, пожалуйста, заходите, смотрите. Начать советую с бесплатного турбомарафона, и там вы, во-первых, получите первые навыки, вы уже сможете предсказывать на Таро. Ну а закончив курс по искусству предсказаний, вы сможете предсказывать на, ну, практически любом инструменте. Потому что вы узнаете именно базу, именно как предсказания строятся и что происходит с вами в тот момент, когда вы начинаете предсказывать. Каждый может этому научиться. Кстати, я когда уже проходила курс по искусству предсказаний, у Алены вышло видео или вышла статья «Проверьте ваши эзотерические способности», что ли, или «Магические способности», не помню. И я не прошла этот курс, не прошла этот тест, у меня не получился тот результат. Я долго как бы смеялась, потом сказала это Алене, она тоже посмеялась тогда, и мы пошли дальше. Ну, а сейчас, особенно те, кто со мной, как бы с начала моего канала, вы знаете, что я предсказываю и на Таро, и на Ленорман, и на Символоне, и на рунах, и вот на оракуле. Так что приглашаю присоединиться к нам, феечкам и волшебницам. У меня девочки есть, называют меня феечкой. Да, и я благодарю вас за это. Мне очень приятно. Приятен этот титул. Так что пробуйте, смотрите. Вы знаете, дело в том, что не только происходит... Вы не только учитесь предсказывать, что может, кстати, изменить и ваше материальное положение, потому что, помогая другим, вы можете, как бы, ну, делая личные консультации, соответственно, вы будете получать за это вознаграждение. Так еще, вы понимаете, что происходит, вы на мир начинаете смотреть по-другому, и ваша жизнь меняется в лучшую сторону. Вот тут я на 100% знаю, что это так. Ну что, я выкладываю карты, настроение. Что вам, собственно говоря, бы поделать днем? И какой результат может, к какому результату вы можете прийти в конце дня? А как всегда, я выложу карту совета из мистической мудрости. Карты выпали очень интересные. День действительно очень интересный у вас. Такой вот он, вы знаете, такой насыщенный день, насыщенный как настроениями, так и действиями. Вот ваше настроение, у вас будет очень аналитическое настроение в том смысле,
Ну и так у меня вышло, пусть так и будет. Аналитическое настроение, я сама не могу понять, что это такое, но я сейчас объясню. Вы утром встанете, у вас будет такое, это и утром, и днем, и ну к вечеру у вас оно немножко поменяется, потому что вы, у вас будет определенный результат, но вот ваше состояние будет в течение дня и утром, вы будете пытаться все анализировать. Вы будете смотреть на вещи и думать, вот, а может быть так сделать, а может быть так сделать. Вы будете делать выбор, вы, и в принципе это правильно, вот в той ситуации, что я вижу в течение дня, это правильно. Вы будете думать и спрашивать себя, как лучше что-то сделать. Вот поэтому я говорю, у вас будет аналитическое настроение. Вы не будете действовать именно как бы импульсивно, вы не будете действовать эмоциями. И я вам хочу сказать, что вот именно в том, что я вижу, что происходит в течение дня, это правильно. Вы вот у вас будет действительно очень правильный подход. Для некоторых из вас я вижу, что вы будете думать именно о работе. Вот вы встанете, вы будете пить кофе, завтракать, собираться. Ну, опять же, кофе, это я пью кофе, может быть, вы пьете чай. Но я смеюсь. Вот, так и вы будете именно в голове прокручивать ваши планы на день, в то, что бы вы хотели сделать, как бы вы это хотели сделать. Для многих из вас, да, действительно, в течение дня все, что вы запланировали, оно у вас пойдет по плану, но для некоторых из вас, вы знаете, тут будет, как знаете, его величество случай, или его величество удача, его величество лак. Вот эта карта, в принципе, по-моему, так и называется. Я названий этих карт не помню, потому что они, у них несколько названий и несколько, если даже смотреть автора, который именно описание этим картам создал, там есть несколько названий, несколько значений. Вот одно из значений этой карты, это Lady Luck называется. Luck — это везение, это удача. Так вот, вас сегодня, вот ваши действия, вот все, что вы себе утром запланируете, все вот ваше настроение, ваше вот аналитическое вот подход, в течение дня к этому добавится еще и действительно удача. Но удача, вы знаете, я не верю именно в совпадение. Я всегда говорю, что совпадений не бывает, что все равно, если проследить ваши действия и ваши мысли в прошлом, вот то, что происходит, это результат ваших предыдущих действий, предыдущих мыслей. Так вот, тут действительно я вижу, что вы во многих действиях, в том, что вы будете делать сегодня, а вот именно таких действий будут абсолютно разные у всех, вплоть до того, что я здесь вижу, что для некоторых из вас автобус или троллейбус подойдет как раз тот момент, когда вы подойдете к остановке. И это тоже считается удачей, но тут еще действительно, я же говорю, ваш настрой, ваше состояние, оно будет способствовать тому, что вам будет сопутствовать удача целый день. И что бы вы сегодня не делали, оно для вас действительно у вас произойдет это самым лучшим образом. И если даже будут какие-то проблемки, даже, ну, я не люблю слово проблема, я же говорю, это кто-то из вас сказал проблемка, поэтому я это произнесла. Вот даже будут какие-то задачки, которые не совсем легко решать обычно, вы, используя ваше настроение, я же говорю, у вас не будет сегодня никакой импульсивности, и мне это нравится. Я люблю, когда у вас такое настроение, я люблю, когда я чувствую, что вы понимаете, что и зачем вы делаете,
И это на любом уровне, в любых, мы ж тут не смотрим на сферы жизни, мы говорим именно, что происходит в один день, который вы выбрали смотреть это видео, это может быть на в тот же день или на следующий день, у каждого это по-своему, как вы себе решите. Так вот, исходя из того, что из вашего состояния, вам и будет целый день сопутствовать вот эта удача, сопутствовать вот этот его величество случай. Хотя я же говорю, тут я не верю в случайности, я знаю, что это именно результат ваших мыслей, результат ваших предыдущих действий. Вот, для некоторых из вас, для тех, у кого бизнес, вы знаете, у вас сегодня будет прекрасный день в бизнесе. Вы будете делать вроде бы то же самое, что вы делаете в бизнесе каждый день, но из-за вашего состояния, из-за того, как вы настроены, из-за того, что вот у вас в душе будет вот эта уверенность, спокойствие и улыбка. Я вот вижу вашу улыбку сейчас. И эта улыбка, даже если она не внешняя, а она внутренняя, она принесет вам прекрасные результаты дня. Прекрасные вот не результаты, результат я дальше расскажу, но именно вот прекрасные события днем, которые будут вам нравиться. Ведь прекрасные события для каждого это что-то свое. Я же сказала вот еще выше, что для некоторых из вас прекрасное событие, это что вы подошли к остановке, и автобус, маршрутка или троллейбус, кто чем пользуется, метро, вот, и оно подошло как раз в тот момент, когда вы подошли, что вам не надо ждать. Это тоже, знаете, вот такие, вы знаете, из таких мелочей, идет составляющая вот этого вот счастья по умолчанию, вот этого ощущения радости, потому что в любом событии, во всем, что происходит, можно найти позитив. Вы знаете, я извиняюсь, я отойду немножко от темы расклада. Буквально несколько дней назад, некоторые знают, моя дочь живет в другом городе, и на сегодняшний день в связи с ситуацией нет возможности туда добраться, мы на карантине еще. Но вы же понимаете, я практически каждый день на телефоне с ней, и мы с ней пару дней назад разговаривали, и были определенные события в прошлом, не совсем позитивные у нее в жизни. И вчера, пару дней назад, разговаривая с ней, мы что-то обсуждали, и вы знаете, даже в тех событиях, а они были действительно не совсем позитивные, мы нашли положительные стороны. Мы так с ней смеялись, именно она просто сейчас работает над собой, наконец-то она созрела и сама пришла к тому, что ей надо делать, и вот сегодня уже даже из самых неприглядных ситуаций она находит позитив. А представляете, что будет происходить, когда этот позитив будет наслаиваться? Ведь почему не так легко избавиться от негатива? Потому что он наслаивался и наслаивался годами. А теперь для того, чтобы это все перевернуть в позитив, надо же, чтобы было наслоение позитива. Вот тут я к чему это? Я отошла, извините, от темы, но это все равно в тему. Вот тут я вижу, что вы, неважно, что будет происходить, вы найдете в любой ситуации что-то позитивное, что даже если это будет какая-то проблемка, как вы сказали, это вы сказали, заметьте, не я. Вы найдете в этой проблемке что-то позитивное, и оно решится, и оно будет идти как бы в положительном русле.
И ваши все действия, да, вам сегодня надо будет и действовать тоже, потому что бездействие не приводит ни к какому результату, а тут вас жизнь заставит действовать, работа, бизнес, я не знаю, даже если вы, у вас выходной, ведь у каждого свое расписание, даже если это ваш выходной, то вы будете заниматься какими-то все равно делами, и действительно вы удача, но не удача, а ваше позитивное состояние будет на вашей стороне. Ну и хочу сказать, что результат дня действительно будет для каждого свой. Вот к концу дня, вот знаете, как говорят, у каждого своя правда. Почему я вот все время говорила о том, что позитивный настрой, вот ваше аналитическое настроение. Так вот, к концу дня, в принципе, вы будете чувствовать себя чуть-чуть уставшим. Вижу, я чувствую вот эту чуть-чуть усталость, потому что будет насыщенный довольно день для вас, для всех. Но если вы действительно используете вот это, то, что я говорю, вот эту улыбку внутреннюю, то к концу дня вы будете удовлетворены тем, что произошло. Но я тут еще же вижу и другую сторону медали для некоторых из вас по результату дня. Для тех, кто не захочет, я же говорю, выбор-то ваш. Если для тех, кто не захочет именно увидеть положительные стороны в любой ситуации, какая бы ни происходила. Ну а для того, чтобы видеть положительные стороны, надо иногда остановиться и не предаваться своим эмоциям. Вот, я знаю, потому что эмоции — это такая вещь, которую очень тяжело взять под контроль. И это берет время, чтобы взять эмоции под контроль. И вот тут я вижу еще для некоторых ситуаций, что вы в конце дня скажете кому-то или себе, что вы недовольны. Недовольны чем-то, недовольны кем-то. Ну, выбор ваш. Если вы недовольны, это был ваш выбор, и вы примите тогда ваш выбор. Но недовольны и недовольны. Вот. Единственное, что если вы недовольны, это будет усталость. Это будет неудовлетворенность собой, а этого можно избежать. В этот день, вот тут, этого можно точно избежать, потому что это действительно, знаете, как стакан полуполный или стакан полупустой. У кого что? Вот тут может быть и то, и другое. Тут, я же говорю, тут действительно это карта выбора вообще-то. Вот, вернее, нет, эта карта, по-моему, она называется «У каждого своя правда». А уже под значением этой карты, я же читаю, какая информация идет, под информацией я уже вижу, что каждый из вас выберет для себя, что хочет он, а выбор всегда ваш. Даже если вам кажется, что вы не выбираете, все равно выбираете вы. Но к этому я вас и веду. Я, кстати, вот делаю расклады каждый день, и я даже уже знаю, что те, кто смотрят меня каждый день, я не знаю все ваши имена. У меня уже больше 2000 подписчиков. Благодарю вас. Благодарю, благодарю, благодарю. И я, конечно же, не знаю всех по именам, но я чувствую вашу энергетику из каждодневных раскладов, из больших раскладов. Я чувствую, особенно те, кто из вас, кто рядом со мной постоянно, я чувствую, как меняется ваша энергетика. Поэтому но так как я же развиваю канал, и каждый день присоединяются еще и еще люди, которым еще надо к этому идти. Поэтому я вижу разные, я чувствую разные настроения, я чувствую разную энергетику. Вот.
Но ничего, если вы будете со мной и будете слушать, смотреть, я вам хочу сказать, что вот просто смотря, я действительно вот отдаю вам весь позитив, что у меня есть, просто по той простой причине, что я вас люблю. Я не знаю, я просто вас люблю, и я люблю вот вам помогать. Вот как-то так. Так что выбирайте. К концу дня выбор ваш. Вот именно итог – это ваш выбор. Ну и, конечно, посмотрим по мистической мудрости. Что, скачут. У кого-то это, кто-то очень хочет, вы посмотрите, что творится. Карты скачут просто. Сейчас мы посмотрим, какой еще совет даст мистическая мудрость. И увидим. Ну вот. Ищите знания. Знание, осведомленность. Дело в том, что в английском языке, я не знаю, или я смогу это. Да, вот. Вот так, наверное. Дело в том, что в английский язык не такой богатый, как русский. Поэтому одно слово в английском одно может означать несколько значений в русском языке. И я действительно вижу продолжение настроения дня. И оно говорит, что это знание, это приобретение знаний, это приобретение опыта, это взгляд на ситуацию с другой стороны и осознавание ситуации. Поэтому карта еще раз подтверждает то, что я говорю, что осознание и знание того, что вот что почем и что откуда, вам только пойдет на пользу. Вот такое сегодня предсказание. На сегодня все, мои дорогие. И я очень-очень рада вот тому, что я вижу в энергетике предсказаний. Вперед и только вперед, мои дорогие. Вперед, к счастью, по умолчанию. Нужна помощь, я тут. Если есть вопросы, задачи, пожалуйста, мои контакты под этим видео и в бегущей строке. Обращайтесь на личную консультацию, я вам все расскажу и во всем помогу. Также я сейчас есть в Инстаграме, ссылочка на Инстаграм тоже под видео. Заходите, смотрите мои посты, там именно есть. Я заполняю еще страничку, она еще в работе, но там уже есть очень много полезной информации, поэтому заходите, смотрите и учитесь. А учиться и надо каждый день, потому что как только перестаешь учиться, это уже деградация. Ну, простите, так для меня, это чисто для меня. Поэтому учитесь, стремитесь. Я желаю вам прекрасного дня, счастья, здоровья, удачи, успеха, всего-всего самого-самого лучшего. Люблю вас, мои дорогие. Увидимся очень-очень скоро. Пока. Пока.